Я не думаю, что это серьезная интрига. На мой взгляд, Салков был не на своем месте, он сам это понимал, ему было неинтересно тем, чем он занимается. Руководитель аппарата правительства – это должность бюрократическая, чиновничья. Это не должность для творческого человека. Бумага сюда, бумага туда. На своем месте ему было интересно заниматься внутренней политикой. Вот тогда он был демиург, он создавал политическую систему, он держал все нити в руках. В той работе, когда он был управлял внутренней политикой, он самореализовывался. В новой должности, по которой пробыл полгода, самореализации не наблюдалось. Ну а, конечно, начавшиеся скандалы, видимо, просто подтолкнули его к этому решению. Он сказал, да, горите вы синим пламенем. То есть человек творческий по своему складу, Салков мог себе это позволить. Мне вот я с ним много общался, и у меня сложилось ощущение, что он не относится к тем чиновникам, которые держались за свое кресло, ради регалий, ради каких-то атрибутов власти. Если он мог реализовать свои идеи, ему было интересно, он работал. В этой должности, видимо, такое поле для действия ему не предоставлялось для творческой работы, поэтому он и ушел.